Путин продолжает откровенно по-хамски насмехаться над всем цивилизованным миром. Российский бункерный деспот присвоил 64-й бригаде, которая оккупировала Бучу под Киевом в марте, почетное звание гвардейской за образцовые действия в ходе войны против Украины. Формулировка звучит неприкрытым издевательством по отношению к замученным и изнасилованным украинцам и украинкам. Немецкий Бильд назвал указ Путина особенно циничным в связи с обоснованием награды героизмом, решимостью и отвагой солдат-убийц. Дословно указ Путина звучит так: «За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов». Бригада является подразделением в составе 35 общевойсковой армии Восточного военного округа и дислоцируется в Хабаровском крае. Тем самым Путин дал еще раз понять всему миру, что геноцид, совершаемый оккупантами в Украине, является заранее продуманной частью российского плана по уничтожению Украины как государства и украинцев как самостоятельной нации. Хочется думать, что Запад и весь цивилизованный мир наконец поймет, что Путин – это зло для всего человечества, зло, с которым нельзя вести переговоры, а надо бороться всеми возможными средствами и сообща, иначе может быть поздно. За примером далеко ходить не надо, вспомните заигрывание Германии с Путиным на протяжении последнего десятилетия и его последствия как для соседей России, так и для всей Европы. Запад должен выступить единым фронтом против путинской России. Слава Украине!